Дамы и господа, второй сезон Global StarCraft 2 лиги 2016 года объявляется открытым, и открывает его прямо сейчас Africa Freaks Curios, синий зерк, который появился справа внизу на карте Kings Jong Station. Его соперник из команды SK Telecom T1, красный зерк Impact. Вы смотрите прямую трансляцию Global StarCraft 2 лиги, и для вас работают Alex007 и Kabi. Интересная очень пара. Казалось бы, кто такой Impact, да, откуда он взялся. Никаких серьезных результатов у него вроде бы не было в прошлом сезоне. Отлетел 2-3 от Солара и на этом выступление на Старлигах закончил. Но те, кто смотрел про лигу, хотя мы и не комментируем ее в рамках Кореи на прицеле, но, думаю, таких немало, и они могли увидеть, что именно Impact вышел на решающий матч в SK Telecom T1 против KT Rollstar в, ну, условном полуфинале, да, в раундов 3, так сказать. Последнем и самом важном матче про лиги для SK Telecom T1. И, например, не Innovation, а Impact, можно сказать так, да? Он вышел вторым играть против Stats, победить не смог, но это как раз нам мало о чем говорит, наверное, потому что матчап другой. Но вот почему-то тренеры выбрали именно его. Да, честно говоря, появление Импакта в таком серьезном матче стало для меня неожиданностью, тем более, что Импакт и до этого появлялся пару раз на пролиге, но, откровенно говоря, без особых успехов. До этой игры в плей-офф он, например, появился и проиграл Рогу из Genair Green Wings, и, кроме того, если посмотреть его последние результаты в целом, то они тоже не то чтобы слишком сильно впечатляли. Поэтому я даже не знаю, появление Импакта в основном составе SKT1 по-прежнему видится мне больше каким-то авансом, чем действительно серьезная оценка его уровня игры. Все-таки мне не кажется, что Импакт входит в топ-4 команды SKT1 при любых раскладах. Но взяли его в SKT1 не просто так. Напомним, что на счету Импакта пусть всего лишь одно, но очень крутое выступление на DreamHack. Если помните, в 2014 году на DreamHack Бухарест он занял второе место, добравшись до гранд-финала турнира и проиграв там только Лайфу. Это было настоящее чудо для тогда зерга команды Axiom, но вот сейчас в SKT1 он пытается, может быть, вернуть ту форму, может быть, набрать лучшую форму в карьере. Пока я бы не сказал, что прям все здорово получается. Пара некорейских зергов присутствует в студии. Насколько я понимаю, это No Regret, да, в паре со Scarlett? No Regret и Scarlett была на фоне, да, действительно. Scarlett, такое ощущение, что пока была в Корее, уже успела набраться этих корейских замашек из серии «Прячем личико на камеру». Но, в принципе, судя по всему, это значит, что они остаются в Корее, да, продолжают тренироваться там в том или ином тимхаусе. Ну, No Regret, насколько я знаю, живет в тимхаусе MVP. Что касается Scarlett, я, признаться, не осведомлен, наверное, она где-то там же. И какие у нее планы, я тоже не знаю, но рискну предположить, что все-таки на условные там WCS Summer или на какие-то июльские DreamHack и EM она уже, наверное, вернется. Тем временем Curios и Impact решили так довольно агрессивненько пощупать соперника в начале. Лингбейны тут пошли, особенно Curios агрессивничает на Kings Jong, и мы видим, что пока он отдал двух стартовых бейнов и... Казалось бы, это не помешало ему забежать на натурал, но там его ждали еще два бейна, поэтому пока агрессия Curios'а заканчивается ничем. Ну и, судя по всему, так она вроде бы ничем и должна закончиться, но тут особо по билдордеру-то вроде бы и нету каких-то предпосылок, чтобы она закончилась успешно, ну за исключением того, что а вдруг я перемикрю, вот этого у Curios'а не получается. Вообще, Curios — это известный специалист такого муталинга-бейнингового ЗВЗ. Я очень хорошо помню, как в прошлом сезоне про лиги Curios здорово исполнял именно лингбейнов с переходом муталиска. Ты знаешь, он там чуть ли не переигрывал Лайфа на пике формы последнего, именно в таком ЗВЗ. Я уж молчу там про ребят вроде Су и других достаточно сильных корейских зергов, которые... так оставались в дураках, играя муталинга-бейлинговое ЗВЗ против Curios'а, поэтому, не знаю, в принципе, сейчас интересно будет посмотреть на то, как Curios себя покажет. Кстати, и на то, как Impact к нему подготовился, наверное, еще больше, да, потому что Curios, ну, в некотором роде все-таки уже стал определенной величиной, как это было в том ролике, да, у меня есть стиль, я известный игрок. Я выхожу на мид и... Ну, в общем, я к тому, что у команды SK Telecom T1 должно было быть понимание,
того, что представляет из себя Кьюриус, что он, скорее всего, будет играть, а у него внезапно роучи идут в атаку вот против всего этого. Не-не-не, тут я тебя немножечко вел в заблуждение. Красный импакт, я еще раз напомню себе, тебе и всем. Все, окей, там сверху как-то... То есть это импакт, да, все, я понял. Да, сверху там... просто они наоборот находятся, и красная полоска там и там. Совершенно верно, да. Получается, что... тоже сбило немного, это то, что подготовил импакт. Такой вот пуш, очень олдскульный. Wings of Liberty мы видели довольно много таких игр. Да. Ну, может быть, третьей хаты не было на третьей минуте, но в остальном. Ну, это что-то вроде фейк третий, и потом такой пуш роучи Линг Бейнами. Сейчас мы посмотрим, что из этого получится. Очень хорошо Бейны сейчас роучи прощупали, очень хорошо их пробили, но вот зря Кьюриос отправился лингами перехватывать дотекание. В итоге он перехватил на свою беду 10 лингами одного Бейна. И, конечно, это далеко не самый классный перехват, который мог бы с ним произойти. У Кьюриоса значительно больше рабов, ему нужно здесь хоть как-то отбиться. Пока очень тяжело, очень здорово взрываются бейны импакта. Сейчас появится еще и Ravager на поле боя. Нет, успел отменить его Кьюриос, но еще два бейна зато появляются у импакта. И снова они взрываются в самые гуще событий. Ну что, пробивает импакт или Кьюриос все-таки сможет стабилизировать ситуацию? Ну, похоже, что сможет он стабилизировать ситуацию, потому что дотекание у него выходит намного быстрее. Там, правда, остается один Ravager, но у него уже мало совсем хп, судя по всему, ничего он уже не сделает. Ну и все, да, Кьюриус разводит рабочих, отправляет их на газ. Кстати говоря, зачем-то много-много собак достраивает импакт по инерции. Они все еще бегут вперед, обрати внимание. Может быть, у него есть еще какие-то надежды что-то съесть на третьей базе? Ну, там есть особо нечего. Там всего два дрона. Я на всякий случай наш тайминг 7.20-7.21. Импакт действительно не хочет дальше подстраивать рабов, не хочет приходить в маг. Ага, хочет только после заказа еще 4 роучей и 20 лингов. Ты знаешь, мне кажется, если бы он заказал рабов вот как раз в момент, когда его атака захлебнулась, он бы сейчас был впереди. Ну да, такое чувство. Но тут может быть как-то по инерции. Для зерга, конечно, это всегда такой довольно трудный момент определить, когда пора заканчивать. То есть время кажется, что вроде ты еще пробьешь, тут же что-то идет не так, а линги уже заказаны. Ну вот, несколько ревейджеров тут, правда, какую-то пользу принести могут, потому что там оверлорды развешаны у Кьюриуса. Но, наверное, это пока и все. Действительно, пора рабов достраивать. Но, кстати, как раз ни тот, ни другой этим сейчас не занимаются. Я не знаю, импакт продолжает. Что-то там 2 роуча, 3 роуча, 2 бейна. Вот он 2 бейнами сейчас здорово, конечно, забегает на третью к сопернику. Но, откровенно говоря, размен 2 бейнов на 4 рабов не такой классный, как может показаться на первый взгляд. И это было зрелищно, но это было неэффективно, потому что и Кьюриос рабов не строил. Оба сейчас как-то вот очень... неэкономично играют, оба очень боятся агрессии от соперника, поэтому стараются осторожничать. Так, знаешь, пару роучей, пару дрончиков, пару роучей, пару дрончиков. И, конечно, с одной стороны, это вполне оправдано, но с другой стороны, если бы кто-то набрался смелости из них, сделал бы вот такой мощный заказ 10 дронов, то был бы уже очень сильно впереди. Но очень часто мы и ругаем игроков за то, что они взяли и сделали заказ 10 дронов. Это да. Им, конечно же, не видно, что делает соперник, и, наверное, оба находятся в таком достаточно нервно-опасливом состоянии. Ну и в итоге идет вперед импакт, снова достаточно массированный такой атакой с ревейджерами. И я вот только понять не могу, а он сам с лейером? А нет, он без лейера, да, он без скорости роучем. У Кьюриуса доделывается лейер, а импакта вроде его нету. И попытка здесь покидать коррозив Байла, но довольно-таки здорово разбегается Кьюриус от этих залпов. Собаки слева пытаются что-то сделать, как-то очень неуверенно у них это получается. Ну, собакам здесь тяжело, и куча роучей есть у Кьюриоса, и Бейн есть. И как-то Кьюриус пока поувереннее дерется. Конечно, пропустил он второй раунд коррозив Байлов, но, в принципе... у него все довольно хорошо. Видно, что он подготовился к этой атаке. И вот сейчас у импакта наконец-то пошел полноценный план Б в виде заказа лейера. Там немножко дроны пошли. В общем, судя по всему, импакт таки понял, что пробить не получится. Таки придется переходить в макро. Но теперь-то уже Кьюриус довольно существенно впереди по лимиту. И я думаю, что Кьюриус имеет смысл сделать мув роучем и уже с этим апгрейдом пойти вперед. Но... Синизер, как мы видим, в приоритете заказал апгрейд плюс один на атаку. Это логично, потому что он делается немного дольше. Мув роучем тоже пошел.
И плюс-минус там как-то в одно время они доделаются. Получается, что даже у Импакта... Или нет? А, не, у Импакта не раньше, да, чуть-чуть у Кьюриуса, но не намного там. У него будет короткое тайминговое окно, когда апгрейды будут лучше, но Кьюриус должен поймать это. Если он действительно планирует атаковать на этом тайминге, но почему-то у меня в этом совсем нет уверенности. Мне кажется, что Кьюриус пока думает о том, чтобы просто стабильно выйти в макро на свете трехбазовую экономику, а там типа по ситуации, потому что пока все-таки он находится на обороняющейся стороне. Не знаю, тут, мне кажется, многое будет зависеть от результатов разведки. Учти, что сейчас все-таки и там уже есть версиры, и там уже есть возможность смотреть, во-первых, что выходит из личинок. Ага, вот такой интересный ход от Кьюриоса. Сразу после того, как он справился с разведкой от Импакта, Кьюриос ставит шпиль. Ну, с таким приемом мы уже неоднократно сталкивались с современным ЗВЗ. Его суть, конечно же, в том, чтобы поймать игрока, который строит одних роучей на вот таком вот неожиданном переходе. Посмотрим, что из этого получится. Сейчас пока Кьюриос отдает парочку оверов, но он все равно сильно впереди по лимиту. И Импакт ставит Гидроден. Ну, я не понял, мог ли он увидеть шпиль, или это такое классное чутье, или это просто план играть в гидролисков и, может быть, выходить в роучи в стиле Алекса 00... Ой, каких роучей? Люркеров? Сложно сказать. Смотрел я тут одно ЗВЗ на Кингсе Джонге. Ты знаешь... Да, я понял. Мне кажется, что все-таки шпиль он увидеть не мог, но он сознательно собирается делать ставку на роучи гидру. Да, то есть Ravager он добавил совсем чуть-чуть, а дальше макро будет переходить в роучи гидру. Это очень спорный расчет для ЗВЗ, но с учетом того, что соперник идет в муталисков, это, конечно, очень хорошее решение. Может быть, это вообще, знаешь, такой сейфовый гидроден, сейфовый грейд на дальность как раз из серии «А вдруг там мута?». Это Кьюриос, да. Да, я не исключаю, что как раз против Кьюриоса это может быть и логичный ход. То есть мы гидру не строим, но если что... Апгрейд есть, гидроден есть, в любой момент мы его можем заказать. Почему бы и нет? Вот как раз уверсиром своим импакт и видит вылет муталисков Кьюриоса. И тут же пошли у него в заказе гидролиски. Очень неплохо получается. И, ты знаешь, сейчас я бы сказал, что вот да, Кьюриос долгое время был впереди в этой игре. Но благодаря вот такой классной подготовке к муталискам, может быть немного случайной, может быть закономерной, Импакт может получить очень хорошее положение в игре. Нужно ему только этих гидролисков дождаться. Ни в коем случае здесь не торчать роучи реведжерами под мутой, потому что, конечно, мута просто реведжеров профокусит. Ну, Кьюриос видит гидролисков соперника, забирает четвертую и, судя по всему, хочет уйти, но в этот момент к нему контратака опасная прилетает. Прибегает, точнее. Сколько она тут съела? Трех рабов всего, да? Четырех? Не очень много. Сейчас уже 7, сейчас уже 8. Подождите, где это все происходит? 10, вы где это все происходит? А, на натурале это все происходит. Здравствуйте. Что-то здесь у Кьюриоса поломалось в консерватории. Плохая была реакция, откровенно говоря, на этот эпизод. Сначала-то потери были минимальные. Вроде казалось, что Кьюриос уже везде разобрался. Но вот тут откуда ни возьмись. Откуда ни возьмись, у него на натурале появились линги. Дальше идет переход в бейнингов со стороны синего зерга. Тоже все логично, надо как-то справляться с гидрой оппонента. И понятное дело, что вот роучи реведжера гидра 200 лимиты сильнее, чем роучи реведжера муталиски. Просто потому, что муталиски через атаку такой себе юнит в подобных сражениях. Но при этом сейчас у красного зерга примерно на 10 рабов больше, так что это означает, что у него будет меньше армии сапплая. Может быть, это тоже сыграет свою роль. Мувбейном на середине у Кьюриоса мы видим, так что пока он, наверное, драться не будет. Пока он просто заказывает зергингов, которые в бейнов превратятся в решающий момент. И, наверное, попробует напасть Кьюриос как раз на тайминге своего лимита 200 плюс мувбейном. Вот так вот кавалерийским наскоком налететь на импакта. И импакт, в свою очередь, понимая, что его ждет, в свою очередь, понимая, что соперник наверняка будет переходить в бейнов, сам потихоньку переходит в люркеров, которые против бейнов, конечно, являются очень и очень хорошим средством. Вот вы тут сидели, рассказывали
я видел в чате, что, мол, Т Алекс какую-то фигню говорит, там в ЗВЗ нет никакого разнообразия, там одни линги, одни роучи. Вот, пожалуйста, посмотрите, какие интересные переходы, какие интересные майндгеймсы. Несколько раз уже за игру поменялся состав армии, он продолжает меняться, он продолжает адаптироваться, эволюционировать в духе Абатура из компании. Эссенцию разве что не собирают тут по карте Impact и Curious. Наверное, если бы могли, то они бы с удовольствием, но эссенцию, я думаю, победитель соберет у проигравшего. На карте Фрутланд осталось. Тут сложно сказать, смотря что ты под этим подразумеваешь. Я вот хотел сказать, что мы... Может быть, и проигравший соберет. Мы эту эссенцию просто называем опыт. Окей. Да, мне нравится вот карта King Sejong тем, что тут очень такая вариативность занятия четвертой базы. Некоторые предпочитают занимать ее, пробивая камни, некоторые внизу. Вот, как мы видим, Кьюриус вообще поставил ее впереди. Кстати говоря, вроде это не совсем-то типично для Зерга, который играет через муталисков. Казалось бы, ему должно хотеться поставить базу подальше где-то от соперника. Мне кажется, что вообще Зергу, который играет муталисков, то должно было хотеться перейти как-то в инфесторов и в тир-3 побыстрее. За счет своего контроля карты, за счет, может быть, экономического преимущества. Но вот Curious очень хочет такой мясной налом прям всем-всем-всем. Роучами, ревиджерами, бейнлингами, муталисками. Вот прям взять и налететь. Я чувствую, как ему хочется. Может быть, он сам не знает, но... Поверьте мне, ему хочется. Плюс 2 на атаку еще у него делается, конечно. Этого апгрейда наверняка хотелось дождаться. И вот сейчас... Бейны как-то отдельно покатились вообще непонятно куда. Но есть новая порция бейнингов, само собой. Вот так вот, смотри, как забавно делит войско синий зерк. Мне, честно говоря, это кажется абсолютно неэффективным, потому что бейны, наоборот, должны были бы помочь против самого густого скопления войск красного зерга. Оно было совсем в другом месте. В это время, правда, еще была контратака муталисками, но она тоже получилась не очень эффективной. И посмотри на дозаказ Кьюриоса, это масмута. Довольно интересный поворот. Казалось бы, ну, может быть, на то и расчет, что соперник закажет много-много роучей, потому что они строятся быстрее, стоят меньше, и очень часто зерги так делают. Но мы видим, что как раз-таки у импактов на заказе гидролисков довольно много. Правда, выходить они будут постоянно с разных карт, с разных хат, которые друг от друга далеко находятся. Может быть, на это расчет. Знаешь, я рискну предположить, я видел в продакшене Roach Warren, мне кажется, Кирио сам убил импакта Roach Warren некоторое время тому назад, поэтому тот Roach, даже если бы хотел, не мог дозаказывать чисто физически. Может быть, я ошибся, но вот мне показалось, что Roach Warren-то в табличке продакшена у красного зерга был. Так или иначе, сейчас он уже точно есть, и Roach Ravager'ы тоже подстраиваются, и пока, по-моему, импакт не в курсе того, что тут был дозаказ именно муты. Ну, я просто даже не знаю, как он должен на это реагировать. Почему ты делаешь такое? Потому что гидролисков мало заказано. Может быть, он считает, что у него уже достаточно. Ну, теперь, наверное, он должен перестать так считать. Ну да. Я думаю, если бы он знал, что там заказ муты, то он бы не считал, что ему 10 гидролисков будет достаточно, чтобы убить 20 мут. Это довольно логично вроде бы. И GG просто пишет импакт, потому что, ну, не хватает ему сейчас войск, не хватает ему сейчас... антиэра толкового для того, чтобы с этой мутой разобраться. Таким образом, счет становится 1-0 в пользу Curious. И вот мы представили его как мастера муталистского ЗВЗ. И смотри-ка, именно муталистками Curious в итоге добился победы. Убил сопернику четвертую. Неожиданно дозаказал кучу муты и разобрал того в лобовом сражении. Потому что у импакта просто не было антиэра. Он этот дозаказ не прочитал и не разведал. Ну что, на карту Dusk Towers мы перемещаемся. На карту для Лотова более привычную, ну, по крайней мере, для Лотова ладдерного. Но Dusk Towers же, по-моему, довольно давно, да? Он же был на GSL? Был, да? Точно, конечно, мы его смотрели. Конечно. Вот, поэтому... Здесь многие зерги, особенно из Европы, помнятся, любят сразу ставить хату внизу, нередко играть через две хаты до пула, но в корейском ЗВЗ это менее распространено, может быть, потому что от линга бейнов сложнее, если что, отбиваться. Сложно сказать. Кстати, по-моему, всегда ведь безгазовый стиль, оборонительный стиль был в Корее, да, менее таким распространенным, популярным. Был определенный период развития ЗВЗ годов 2012-2013, когда безгазовый стиль был очень популярным и популяризировал его в основном Хён.
Но все-таки это было совсем давно, и действительно последние несколько лет практически никто не играет без газовой ЗВЗ, что, наверное, неудивительно. Dusk Towers, справа сверху у нас синий зерк Africa Freaks Curious. Хорошо, что они хотя бы не меняются цветами еще из сета в сет, а то мы бы окончательно и бесповоротно запутались. И его соперник слева внизу это... ТСКТ — это один импакт, которому после макро что-то перехотелось продолжать в таком же духе на новой карте, поэтому импакт открывается очень агрессивно, быстрым газом и пулом. Интересное решение. Всегда, конечно, на макро-картах нет-нет, да и проскакивают такие вещи. Проблема, с одной стороны, в том, что карта на двоих, поэтому у тебя, естественно, большой шанс быть разведанным, но, с другой стороны, rush distance довольно большой, и поэтому оверлорды, насколько я помню, долетают так себе. Кстати, кажется, нечто подобное Scarlet ведь исполняла, да, на Dreamhack'е, как раз на этой карте. Там могут собаки отбежать. Да, слева. На Dusk Towers действительно собаки очень много где могут оббежать, это еще Блай любил такие темы использовать чуть ли не полгода тому назад. Тебе не кажется, что у импакта на мейне рабы как-то очень плохо добывают газ? Прям очень плохо. Они едут по какому-то полукругу, по дуге, а не по прямой к хэтч. И вот сейчас, после, смотри, после постановки Бейнинг Неста они начали ездить по прямой. Что это за чит сейчас был? Что это за баг? Вы видели вообще, что происходило? Пока не было Бейнинг Неста, газ и пул стояли так странно, что дроны ездили там по какому-то полукругу. Потом был поставлен Бейнинг Нест, и дроны стали ездить по прямой. Если вы смотрите в записи на Ютубе, отмотайте, посмотрите. Это что-то вообще непонятное. Надо баг-репорт отправлять, по-моему. Лол. Ну, это помнишь, в первом Старкрафте были такие темы, подрезки, что надо поставить, конечно, саплай, конечно, чтобы рабочие чуть быстрее. Да, ну и вот появляются линги уже со скоростью, и в классическую ситуацию попадает Curious, когда твои линги не могут отступить, потому что скорости у них нет, а драться они не могут, потому что их меньше. Но, правда, самих лингов пока что здесь у импакта еще немного. Двух красных он заворачивает в бейнов, но, естественно, уже очень серьезное дотекание бежит с мейна. У самого Curious здесь пока Бейлинг Неста нету, скорости нету тоже, и он вынужден ставить плетку. Но вот, судя по всему, хату в кармане он все-таки отдаст. Тяжело здесь, конечно, отбиваться Кьюриосу, но ему достаточно стабилизировать ситуацию на мейне. Тут не обязательно драться на натурал для того, чтобы продолжить игру на более-менее равных началах. Сейчас мы посмотрим, как будет действовать импакт. Удовлетворится ли он достигнутым уничтожением второй хэтчери, или все-таки попробует пойти дальше. Конечно, у Кьюриоса тут шикарная подготовка. Свои бейны морфятся, две королевы есть. Я думаю, здесь единственное правильное решение для импакта — это отступить. И импакт строит дронов. С одной стороны, вроде бы у него вторая хэтчери раньше, и прям все замечательно, и по дронам он сейчас чуть ли не впереди. Но с другой стороны, у Кьюриоса есть две королевы, с помощью которых он сейчас полностью стабилизирует ситуацию. Точно так же спокойно будет строить дронов. И если получает какое-то преимущество импакта, то скорее минимальное. Но вот сейчас очень важно, что Бейнинг хорошо взорвался у синего зерга. Не пускает дальше соперника Curious, восстанавливает крип. В общем, пока у представителя команды Africa Freaks все в полном порядке, несмотря на потерю хэтчери. Я бы сказал, что билд импакта так, знаешь, на процентов 80 сработал. То есть, да, он хэтчери убил, но больше никакого ущерба не нанес, и это не так уж прям здорово. Получил преимущество в двух рабочих. Может быть, в трех, если смотреть по ситуации на данный момент. Ну и буквально в несколько секунд тайминга лейер. Интересная гипотеза по поводу того бага, о котором я говорил. У пула была сила притяжения, а с Бейнинг Нестом притяжение уравнялось. Между прочим, очень похоже на правду. Как будто бы там действительно такая гравитация была. Опять же, это очень интересный момент. Я попробую смоделировать потом ситуацию в Старкрафте, посмотреть, не получится ли у меня этот баг как-то. Если это не особенность карты, все-таки там же кастом. Нет, так именно на Dusk Towers, на этом же респауне. Это ладберный Dusk Towers. А, ты имеешь в виду особенности их кастомной версии карты какая-то. Ну, не знаю. Ну, в общем, попробуем, интересно будет посмотреть. Curious и Impact тут по-прежнему бодаются на лингбейнах, и дальше оба переходят в муту. Как ты считаешь, Impact сможет справиться с мастером муталистского ЗВЗ?
Ну, всегда, конечно, бывают трудности с этим, потому что ты можешь, вроде бы, играешь на равных, у тебя все то же самое, но почему-то здесь у соперника лучше позиция, там у соперника лучше позиция. Мы в играх Кьюриуса уже видели такое против того же самого Лайфа и других зергов, и в ТВТ такое нередко бывает, когда все ровно, но почему-то один постоянно выигрывает. Сложно сказать, как Impact конкретно готовился. В целом в команде СК Телеком Т1 есть с кем готовиться? Да, там есть. Никто иной, как Дарк, по-моему, Кьюриуса недавно обыгрывал. Да, ну и там Су все-таки тоже, как минимум, считается игроком очень высокого уровня в этом матчапе. Ну посмотри, как сейчас Кьюриус просто шикарно танцевал вокруг плетки. Что он в итоге потерял? Да, по-моему, ничего. Соперник тут и пару Бейнов отдал, и несколько зерглингов. Очень здорово, конечно, Кьюриус играет в этих эпизодах. Импакт пользуется тем, что все-таки у него чуть лучше тайминги. За счет этого он сейчас заберет у Кьюриуса пару оверлордов, и вот тут... Кьюриус, ты знаешь, будет в очень опасной ситуации на грани вечного саплай-блока. Он сейчас буквально еле-еле из саплай-блока выбрался, заказал 5 муталисков, но ему снова нужны оверлорды. При этом он 2 оверлорда в центре, вероятно, отдаст, потому что здесь раньше именно у соперника появились муталиски. Ну и проиграл дуэль на лингобейнах Кьюриус, по-моему, впервые за это ЗВЗ. Так что ситуация сейчас для него усложнилась. Оба заказывают правильный апгрейд на армор. Судя по всему, ни для того, ни для другого не оказалось сюрпризом, что соперник выходит в муту. Ну, может быть, банально, потому что такой тайминг, а роучи до сих пор на карте не появились. И, видимо, будет классическое такое ЗВЗ. Мута Линга Бейна на мута Линга Бейна. Как раз кто-то там, кто в чате был недоволен, оказывается прав, да, с точки зрения однообразия, почти. Но... Это мы еще посмотрим, это ты еще не спеши, потому что из муталисков может быть какой угодно переход. Обычно вроде бы не заказывают апгрейд, если планируется переход, нет, конечно. Нет. Плюс один на армор в любом случае надо заказать, это абсолютно без вопросов. Если у тебя муты, у соперника муты, какой бы ты переход не планировал, ты должен делать плюс один на армор, иначе ну, ты просто умрешь. В первом же сражении до твоего перехода апгрейд не слишком долго делается. Сейчас не очень понятно, кого здесь больше. Impact, видимо, уверен, что его больше. И табличка юнитс показывает, что, возможно, у него были определенные резоны. Но с учетом того, что дотекание у Кьюриуса прилетает быстрее, тут сложно сказать, кто прав. Хорошо для Impact, что у него инициатива, у него контроль карты. Это значит, что он может потихонечку на... лишний минеральца дозаказывать дронов и скоро, может быть, инвестировать четвертую локацию. И вот плюс один на армор готовый там и там. У Импакта сразу пошел плюс один на атаку, у Кьюриуса тоже. Инфестейшн Пита пока нет ни у Импакта, ни у Кьюриуса. В некорейском ЗВЗ, как правило, по крайней мере, один игрок решается в такой ситуации на выход в Инфестейшн Пит и в Хайв. Но у корейцев, насколько я помню, всегда... как-то труднее с этим решением. Может быть, потому что контроль карты и скорость игры другая, и сложнее против муталисков воевать в целом, да? Это же еще с первого Старкрафта пошло, что там гидру никто никогда не играл, потому что муты слишком эффективны. Ну, посмотрим, может быть, кто-то все-таки выйдет. Насколько я помню, Кьюриус-то, по-моему, не фанат таких переходов. Про импакты просто сложно что-то сказать. Ну, Кьюриус всегда играет по ситуации, безусловно, ситуация должна располагать к переходу. Например, Кьюриус считает, что он точно проигрывает по муталискам, уже ничего не сделает, потому что у соперника лучшая экономика, и единственное, что ему остается, это переходить в Infestation Pit. Или Impact видит, что у него хорошее экономическое преимущество, поэтому он частично вкладывается в муталисков, стараясь по ним не проигрывать, и потихоньку сам реализовывает свое преимущество уже иным образом. То есть тут и у того, и у другого может быть мотивация на переход. Единственное, что убивает эту мотивацию, это абсолютно равная ситуация в игре, когда страшно нарушить баланс. Но сейчас, ты знаешь, я смотрю на лимиты, я понимаю, что как-то вот равной ситуации все-таки в игре нет. Другое дело, как игроки эту ситуацию видят, они-то лимиты не могут проверить. Ну, лимит соперника, да. Тут, судя по всему, Impact убивает четвертую базу, которая поставлена впереди. И огромное дотекание Линга Бейнов еще. Ой, ну, не Линга Бейнов пока, просто Лингов. Которые, погоди, или это что вообще? Это столько муталисков, что ли, на мини-карте? Ну, там, я думаю, всего понемножку. И вот вполне логично, что Impact сейчас реализовал свое минеральное преимущество именно в Линга Бейнах. Очень здорово он это сделал. По газу он тоже впереди, ну и вот сейчас, мне кажется,
пришло время для переходов. Сейчас пришло время что-то придумать к Юриосу. Я думаю, отличное время сейчас для того, чтобы поставить много справых колоний. Infestation Pit. Вот видишь, Кьюриос полностью со мной согласен. Пошел в Infestation Pit. То есть он понимает, что да, по мути, похоже, я проиграл. Поэтому я не могу уже воевать просто мута на муту. Мне нужно что-то еще. И вот чем-то еще становится именно Infestation Pit 2 Evolution. Очень грамотный игрок Кьюриос. И снова очень правильное решение принимает. В последний момент он успел отреагировать на этих бейнов. Бейны умирают от плетки, поэтому дальше там Кьюриос может еще повоевать благодаря плетке королеве и своим зерглингам. Но муталиска все равно приходится вернуть, хоть и на пару секунд. И этой парой секунд, конечно же, тут же пользуется импакт для того, чтобы залететь на справую колонию и забрать ее. Тяжелые времена для Кьюриоса, безусловно. У него прямо здесь и сейчас может вся мута отдаться, и тогда, наверное, уже никакой переход не будет иметь смысла. Но отдавать эту хату он тоже не имеет права, потому что добыча на двух основных локациях у него уже, наверное, закончилась или почти закончилась. Поэтому он перекапывает сюда спорку, но, наверное, этого тоже будет недостаточно. Меньше Кьюриоса не успел он просто-напросто еще оформить свой переход, и драка даже под споровой колонией закончилась для Импакта победой в этом сражении. GG 1-1 становится счет. Импакт сумел переиграть Кьюриоса в его коронном матчапе, в его ЗВЗ на муталисках. Отчасти, конечно, благодаря небольшому тайминговому преимуществу, полученному в начале. Но в целом я бы отметил, что Импакт смотрелся очень здорово, и понимание того, как нужно реализовывать преимущество, даже минимальное в ЗВЗ, у него 100%. Кьюриос тоже все вроде бы везде действовал логично. Я даже не скажу, чтобы у меня были какие-то прям большие претензии к нему по мотивам этой игры. Да нет, все делал грамотно, все делал умно. Может быть, все-таки, если бы он чуть лучше прочувствовал игру, если бы он чуть лучше прочувствовал свое положение в игре, он бы перешел в Infestation Pit пораньше и, может быть, успел бы что-то придумать, но опять же, это очень сложные моменты, и вроде бы оба игрока толком не ошибались. Высочайший уровень игры. Собственно, в корейском StarCraft'е часто так получается, что и к проигравшему вроде бы особых претензий ты не предъявишь. Спрашивали. Какая там у нас карта дальше? Карта Frozen Temple, та самая. Да, Frozen слишком Temple. Слишком агрессивная. Очень агрессивная, судя по стартовому билдордеру Кьюриоса. Так, мне очень не нравится, что ты постоянно впереди. Я тебе уже вроде намекал, но, видимо, мы сейчас попробуем обновиться, потому что не получается у нас иным образом решить этот вопрос. Спрашивали, пробовал ли я энергетики, как у них. Ну, если как у них это Hot Six, то нет, Hot Six я ни разу не пробовал. Поэтому, если вас интересует какой-то отзыв, к сожалению, ничем порадовать не могу. Так, 0.46, 47, 48. SK Telecom T1, Impact. Я пока не знаю, у меня нету таймера. Но я чуть-чуть впереди, но не намного. Каким чудом, ты в эксплите смотришь? Нет. А, понятно. Но там не было разницы, мы проверяли, поэтому. Ну, не знаю, 1.06.07 у меня в данный момент. Ну, у меня где-то на 10 секунд вперед. Ну, я не знаю, только что обновил, больше, наверное, ничего сделать не могу. По поводу агрессивного билдордера от Импакта, в общем-то, от Кьюриоса мы видим примерно ту же историю. Поэтому я даже не знаю, тут вроде бы оба с такими весьма агрессивными намерениями подошли к карте Frozen Temple. Как ты думаешь, это связано с особенностями карты или больше с тем, что вот на Dusk Towers мы видели от Импакта? По идее, на ранней стадии в ЗВЗ нет никакой разницы, есть зелнаги или нет, потому что все решают оверлорды. Поэтому, не, я думаю, что это скорее заготовки. Не уверен, что Импакт с самого начала планировал действовать именно так. Хотя, с другой стороны, тоже, наверное, скорее да, чем нет. Сложно сказать. Я, честно говоря, не склонен считать выбор билдордера решением, принимаемым по ситуации. Мне кажется, билдордеры все подготовлены. О, посмотри, какая ловушка от Импакта! Вот это да! Вот это было ничего себе просто! Как красиво четырьмя собаками спрятался, подождал, пока Кьюриос прибежит и окружил соперника на рампе. Вот это мув! Вот это Импакт! Пока самый красивый эпизод этой игры. Очень здорово, так по-варкрафтерски прям окружил и съел. Молодец. Классно сыграл Импакт в этом эпизоде. И
у него-то тут уже Линга Бэйны. А Кьюриос просто играл через быстрый пул, он играл безгазовое ЗВЗ. И... Интересную роль у него будет выполнять Санка, судя по всему, она будет пытаться заблокировать. Но это, конечно, роль вынужденная, но не очень-то успешно это получается. И в итоге Бэйны оказываются на мейне. Неприятная ситуация, нужен сплит. Ну, тут у Кьюриоса, по-моему, вообще все мимо кассы. Везде он чуть-чуть не успел, везде он чуть-чуть неправильно отреагировал. И сейчас уже сплит, не сплит. Тут очень тяжело что-то придумать, потому что и Линга у соперника много. Линги с мувом. Для безгазового ЗВЗ очень важен порядок. Вот у Кьюриоса сейчас на мейне на натурале хаос. А для безгазового ЗВЗ нужен порядок. Нужно, чтобы вот все королевы там были на месте. Проходы перекрывались, санки наносили урон. Дроны нормально добывали. Тут вот хаос, еще какие-то линги в центре карты у синего зерга бегают. Непонятно почему. У него остается 7 дронов на 14. И, откровенно говоря, это очень сложная ситуация. Тут то, что две хаты против одной у Кьюриоса вообще никакой роли не играет. Я бы сказал, что он тут уже ничего придумать не сможет. А как тебе вообще сам по себе план играть ранний пул и продолжать его безгазовым стилем? Ну, смотря насколько ранний, у меня вообще базовый билдордер для ЗВЗ это 16-й пул в 8 линговый и безгазовое оборонительное ЗВЗ как раз-таки. Но вот по поводу такого раннего пула, как у Кьюриоса, конечно, есть большие проблемы у подобных билдордеров, прежде всего проблемы с контратакой. Тут все-таки, ну, просто непонятно, как от этого отбиваться. С одной стороны, надо ставить санку сразу на натурале, потому что ты с мейна перекопать не успеешь, но ведь натурал слишком поздно достраивается, и ты просто физически не успеваешь поставить там плетку. Вот в чем проблема. Поэтому, на мой взгляд, стиль очень спорный, и, ну, вообще безгазовое ЗВЗ против вот таких лингобейнинговых пушей — это целая наука. Я могу на эту тему рассуждать там часами. Что как нужно делать, где как нужно отбиваться, потому что я так 6 лет уже играю в безгазовые ЗВЗ против лингобейнинговых пушей. Очень много разных раскладов, очень многое зависит еще и от карты. В целом билд Кьюриоса имеет право на жизнь, но реализация у него немного подкачала, а реализация от импакта наоборот, то как он окружил собак на рампе, это, конечно, просто шедевр. И это тоже сыграло свою роль, потому что задача стартовых лингов от безгазового зерга в такой ситуации — это максимально задерживать приход контратаки соперника. Но вот задержать не получилось, и мы отправляемся на фрост. 2-1! Впереди импакт и Африка Фрикс Кьюриосу, синему зергу, который слева сверху появился. Нужно побеждать два раза подряд, права на ошибку у него больше нет. Слушай, я прям представил ситуацию, как ты приходишь к продюсеру и говоришь: вы знаете, у меня есть отличная тема для исследования, я могу записать обучающий видеоролик по поводу безгазового ЗВЗ. Я могу часами рассказывать очень много тонкостей. И он складывает ручки на пузе и говорит: ну, ты знаешь, чтобы добиться успеха на Ютубе, ты должен уложиться в 10 минут. Ты думаешь, у меня не получится уложиться в 10 минут? То есть, со всеми тонкостями? Ну, со всеми тонкостями, конечно, нет, но вообще я не думаю, что это хороший формат для Ютуба, потому что если бы я думал обратное, то я бы уже записал подобный ролик. Так может что... быть, это подходящий формат для твоих подписчиков? Может быть, может быть. Но у наших подписчиков и так довольно много интересного обучающего контента. Я очень советую тем, может быть, кто уже оформил подписку, но не очень внимательно следит за наполнением Google Диска, зайти посмотреть, во-первых, дополнительный обучающий контент. Есть такая папочка, в которой есть много новых интересных видео и от меня, и от Каби. Безусловно, есть и эксклюзивные записи трансляции, например, моего вчерашнего 5-часового марафона, которого нигде больше нет, просто потому что там кругом поп-музыка, и на Ютубе или на Твиче нас бы за такое быстренько поставили к стенке. А на закрытом Google диске вот есть что посмотреть, даже если вам не хватает, может быть, новых видео на моем Ютуб-канале или в рамках Кореи на прицеле 2.0. Поэтому вы знаете, куда идти, clv.press/streams, там есть вся информация на этот счет. Что, на этот раз макро на такой большой карте, как Frost, никто не решился рисковать. Ну, похоже на то, да. Но тем более понятно, что карта на четверых. Я, конечно, помню, в свое время была обратная логика, что если карта на четверых, то можно сыграть пул 4, потому что тебя, возможно, не найдут.
А ты-то двумя рабами найдешь точно. Но здесь обойдется без ранних пулов в этот раз, и тем более соперники появились на кроссах. Так что, видимо, очередная попытка, да, либо мута на муту, либо мута на что-нибудь еще. По идее, вроде как до начала казалось, что именно импакт должен быть тем человеком, который должен подготовить максимум разных вещей. С другой стороны, игра на Dusk Towers показала, что он вполне может и в муту. Ну, на такой карте, как Frost на кросс-респаунах, можно играть в муту, действительно. Ты знаешь, по поводу вот пул 4, мне сразу вспомнился финал 5-го сезона Rhythmix RSL. Бомбер против Лайфа тогда играли, да, если мне память не изменяет. Чтоб тебе матч Бомбера не вспомнился. Ну, естественно. И в первом же сете на карте Frost Лайф играл 6-й пул. Причем на таких же респах Лайф был справа внизу, Бомбер слева сверху. Конечно, расстояние огромное, поэтому Бомбер, кажется, играя в 14-й ЦЦ, все равно отбился. Вот что касается импакта и Кириоса, могла бы быть похожая ситуация. Все-таки кросс-респаун и Фроста, если идешь в быстрый пул, особенно без продолжения в виде бейнов, я думаю, тут даже с хатой отбиться было бы вполне реально. И ты посмотри на эту забавную историю от Кириоса и от импакта. Кириос имитировал откровенно для соперника игру в роучи со своим эволюшном роучворном в стенке, но ставит шпиль. А импакт вообще делает все подряд. Он сейчас заказывает мувлингом и шпиль для игры в муталингов, но при этом у него еще и роучворен тоже строится. Ну, это может быть дежурный роучворен, ведь это здание, которое не стоит так уж дорого. И, ну, я не знаю, как насчет профессионального уровня, но на казуальном уровне, по-моему, роучворен лучше иметь просто в любом случае, потому что черт его знает, что там будет. Может быть, надо от бейнов перекрыться, может, еще что-то. Или ты думаешь, что действительно будет какой-то такой предмутовый выход? Не может ли вообще, спайр, конечно, намного дороже, но нет ли резона ставить такой шпиль чисто, чтобы показать его, а потом прийти внезапно роучим? Да, есть резон в теории для любых обманок, если это тщательно продумать, если на этом строить план на игру. По поводу выхода роучами какого-то, это уже исключено абсолютно. Ну да. Тут я не думаю, что вообще без мгновенно заказанного апгрейда на мув роучим после готовности лейера можно о чем-то говорить. Но сейчас очень-очень-очень интересный план у Кьюриоса. Видимо, Кьюриос не знает, во что идет соперник. Видимо, Кьюриос не знает, что у импакта мута. И Кьюриос сейчас, заказывая 5 муталисков, собирается приходить в роучи. Но вот прям в этот момент, да, он увидел муталисков и тут же все переиграл, отменил переход в роучи и стал сам строить муталисков. То есть, видишь, он не знал до последнего момента, во что идет импакт. Он до последнего момента думал, что импакт идет в роучи, и что он тоже будет перестраиваться в роучи после мута. Оказалось, что у импакта вот такой вот план. Интересно, что Кьюриос решил такую позднюю скорость лингом заказать, видимо, для того, чтобы как-то реализовывать излишки по минералам, которые, как правило, возникают при игре в муталисков. Ну и, собственно, он вроде бы по муте-то особо не отстал. Нам табличку юнитов, правда, не показывают, но так, на взгляд, количество кажется примерно одинаковое. Интересно, карта такая большая, всегда есть опасность в центре разминуться, но каким-то образом, как магнитом притягивает, смотри, прямо в середине карты друг к другу соперников. Да, ну потому что это ключевая точка, которую они очень хотят контролировать. Там есть башня Зелнага и есть вот такое вот пространство между ними. Сейчас мы видим, что по муталискам все более-менее ровно. И ты знаешь, что было бы здорово? Вот было бы как раз здорово контаминейт бросить. Ох, какое классное исполнение сейчас от импакта. Вспомнила бы Версири. И, конечно, контаминейт на апгрейд плюс один на армор — это очень крутой мув. Не может позволить себе сейчас сражение с соперником Кьюриос. Просто не может. Доделывается плюс один на армор буквально через пару секунд у импакта. И как Кьюриос тут будет драться? Да ладно! Кьюриос дерется без апгрейда на армор. Он рассчитывает на то, что королева и более быстрое дотекание ему сейчас помогут. Но не знаю, не знаю. Это довольно спорный расчет от Кьюриоса, по-моему, и... Честно говоря, он тут разменялся очень плохо. Может показаться, что он выиграл сражение по муталискам, но это обманчивое ощущение, потому что, во-первых, мы видим в табличке юниц у импакта муталисков больше. У Кьюриоса тут просто быстрее дотекание прилетало. Ну и кроме того, одновременно с этим Кьюриос отдал еще довольно серьезное количество дронов и парочку оверов тоже.
И все еще нет у него плюс один на армор. Но с другой стороны, а что тут мог бы еще сделать Фьюриус? Не отдавать же ему третью, в конце концов. Ну, у него рабов, видимо, было больше, потому что теперь они сравнялись. Ну и апгрейд плюс один на армор наконец-то все-таки дотерпел до него. Кьюриус теперь он есть. Конечно, на плюс один на атаку он тоже чуть-чуть отстает. Но тем не менее. Но там опять на четвертой базе какой-то хаос. Забегает туда куча лингов. Я что-то даже с трудом могу понять, откуда такое преимущество большое по армии Supply. Так вот как раз в свое время не достроил дронов и достроил вместо них зерглингов. Импакт очень здорово их реализовал. И Муталиска он тоже очень здорово реализовывает. И, ну, по-моему, эта игра окончена, и ЗВЗ наша сегодняшняя окончена. Я не представляю, за счет чего сейчас Кирилл сможет отыграться. У него абсолютно ничего не остается на третьей локации. Он позади по апгрейдам, и тайминг с 1-1 против 0-1 уже, безусловно, не так страшен, как тайминг с плюс 1 на армор. Но все равно здесь явно победа в воздухе должна остаться именно за красным зергом. Импакт еще и так микрит реально, как будто у него тут мутастек. Я даже не совсем понимаю смысл, но, видимо, какой-то смысл в этом есть. И Кьюриосу остается только признать поражение, причем в своем излюбленном формате, причем в своем коронном ЗВЗ. GG 3-1 и SK Telecom T1 Impact становится первым победителем второго сезона GSL Code A.